Усиление торговли биткоином в Венесуэле. Согласно графику Coin.dance, за последнее время объем торговли биткоином в Венесуэле подскочил до 9 миллионов. Как сообщает newsbitcoin.com, люди выбирают биткоин вместо девальвированного венесуэльского боливара. Колебания цены биткоина незначительны по сравнению с девальвированным боливаром. Причина заключается в том, что выпущенная правительством валюта страдает от инфляции и других факторов. Поэтому в стране есть постоянно растущий интерес к криптовалютам.